Привет, ребята, меня зовут Ирина. И давненько мы с вами не делали монстряшек из куколок Ло. Смотрите, какая у меня уже семейка есть. А сегодня мы доделаем, та-дам, еще одну девочку. А точнее, это певица самая популярная в школе монстров Кэти Нуар. Смотрите, какая красивая черная кошечка в таком шикарном, блестящем, нарядном платье. Ну, я думаю, вы уже догадались, что сегодня я покажу вам, как сделать оак на эту просто замурчательную кошечку Кэти Нуар. Ну что, поехали? Ну а перед началом хочу сказать, что теперь меня можно найти в Амина Монстр Хай. Да, Амина — это сообщество по интересам, где вы можете найти своих единомышленников. Смотрите, здесь вы можете пообщаться на любые темы про своих любимых персонажей, например, или просто выставить фоточки своих любимых кукол-монстряшек, ну а может, вы делали косплей на какую-то куколку, а также можете делать различные викторины, опросики, сами участвовать или смотреть, что сейчас делают другие участники в этом сообществе. Например, они играют какие-либо викторины, вы можете принять участие вместе с ними, а также голосуют в вопросах, читают записи, ставят лайки, комментируют или смотрят. Вот что они здесь смотрят. Например, как сделать стоп-моушен, смотрите. А может, вы уже начинающий долл-блогер и снимаете свои стоп-моушен, и тогда вы здесь можете получить вот такую галочку, как у меня. Чем активнее вы участвуете в жизни Амина, тем больше вы зарабатываете баллов и растете в топе, и можете стать популярными. Давайте дружить, подписывайтесь на мой профиль, и все ссылочки на Амина Монстр Хай я оставлю в описании под этим видео. Ну и продолжаем наш мастер-класс, давайте же я расскажу, как сделать эту прекрасную кошечку. Я выбрала вот такую вот куколку Лол подделочку, и сейчас я буду полностью перекрашивать в черный цвет. Да, кошечка у нас черная, полностью черная, поэтому все тело я закрашиваю полностью черной краской, оставляя только глазки. Вот. После всего этого глазки я закрашиваю белой краской, так как я их буду перерисовывать по-другому. Затем я рисую радужку, такую темно-розовую, и на ней рисую черный кошачий такой зрачок. Ну, дальше белые полосочки можно здесь нарисовать, чтобы радужка смотрелась более живой. Еще у нее такая окантовочка на этой радужке, такая фиолетового цвета, лилового что ли. Тени дорисовываем. Тени у нее такие серебристо-серые. В общем, можно просто смешать белую и черную краску и нарисовать с такой стрелочкой, чтобы получился кошачий глаз. И еще нужно дорисовать сверху такую голубую полосочку. В общем, у нее интересный такой макияж. Дорисовываем реснички и розовые брови. А также нужно докрасить розовые губки и нарисовать малюсенький розовенький носик. Ну, а теперь будем одевать нашу кошечку. Пока она у меня сохнет, я сделаю для нее юбочку. Я беру полимерную глину темно-розового цвета, раскатываю в полосочку и складываю эту полосочку в гармошечку. Затем эту гармошечку приклеиваю как юбочку. Хорошо тут все подравниваем, стейком приглаживаем. И теперь беру еще такой полукруг того же цвета, еще раз делаю такие складочки посередине и приклеиваю его с обратной стороны на юбку. То есть у нее такой подол длинный сзади, что ли, тянется. То есть у нее юбочка такая двойная и маленькая, а сзади длинная, развивающаяся такая. Интересная. Смотрите, как получился такой хвостик, что ли, у юбочки. Дальше будем делать уже волосы. Я беру розового цвета полимерную глину, причем другого оттенка, такой более ярче. Не знаю, вам заметно сейчас здесь под лампами или нет. Заклеиваю всю голову, такая шапочка должна получиться. И дальше уже приклеиваю челочку. Челочка у нее такая с пробором на две стороны. Одну челочку нужно подкрутить, а вторая просто прямая, заворачиваем ее немножко под личико. Ну и дальше приклеиваем еще пару прядей и формируем хвостик с обратной стороны головы. Каждую прядь я слегка подкручиваю. Каждую. Вот. У меня, наверное, штук 6 или 7 таких прядей получилось. Вот такой вот хвостик. Смотрите, из этих прядей. Так вот он выглядит. И теперь делаем ушки. Черные, из черной полимерной глины. Внутри я вклеиваю розовую полимерную глину. Ушки должны быть треугольные. И приклеиваю их на голову. На каждом ушке должны быть сережки. С одной стороны 2, с другой стороны 1. И на руке приклеиваем такую полосочку, как браслетик. Тоже 2 браслета должно быть на каждой руке. С обратной стороны на юбку я приклеиваю черный хвостик. И такая вот кошечка получилась. Теперь ее можно запекать 20 минут при 110 градусах в обычной духовке. Затем я, после того, как она запеклась, уже дорисовываю ей сапожки. Я их решила не лепить и не брать от подделочек, а нарисовать их просто лаком серебристым. Также серебристым лаком дорисовываю верх платья. Я его не решила не клеить. Вот так вот получилось. И на этом платьишке нужно нарисовать еще такой узор. У нее здесь то ли не сеточка, а, как сказать, паутинка или как разбитое стекло, что-то такое, имитация. И точно такой рисунок у нее на сапожках идет. Кстати, кофточка у нее на один рукав такая.
и здесь пишем число 13. Также у нее очень блестящее, как бы нарядное концертное платье, поэтому я серебристым лаком дорисовала здесь еще такие точечки, как блесточки, ну, чтобы добавить блеска на юбку. И с обратной стороны, по краешку, по подолу, в общем, вот здесь вот на юбке тоже нужно дорисовать такие же точки. Вот так вот у меня получилось. В принципе, довольно легко делается кошечка, вы с легкостью можете повторить. И, можно сказать, новая монстряшка добавлена в мою коллекцию. Та-дам! Вот у меня, кстати, раньше была одна кошечка, а теперь у меня две кошечки. Там еще, кстати, есть белая кошка, да, Кэти, или как ее тоже как-то зовут, так забыла я. Можно еще и ее сделать. Но хотите каких-либо других монстряшек? Пишите в комментариях, самых популярных я обязательно вам покажу, как сделать. Мне нравится Кэти Нуара, она довольно миленькая. Если вам тоже, то ставьте лайк. Но все равно я больше всего люблю Клео из этого мультфильма. Как ни крути, она самая красивая, мне почему-то кажется. И давайте я расскажу, кто же стал победителем за 28 и 29 июля. Первым мы разыгрывали шарик Лол Малышку. На него стал победителем вот этот аккаунт. А на шарик Глиттерной серии стал победителем вот этот аккаунт. Я вас поздравляю, победители. Отпишитесь мне на эту почту, я расскажу, как забрать ваш приз. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк под этим видео, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы. Ну и встретимся уже в новых видео. Всем пока! Ребята, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк. Здесь очень интересно. Пока!